памятный знак Кругобайкальской железной дороги. И отсюда мы начнем свой путь по ней до порт Байкала. И, надеюсь, пройдем ее пешком. Маршрут где-то 85 километров. Не знаю, сколько дней у нас это займет. Ну все, путь! Ну что, вот мы покидаем старую Ангасолку. Снова пасмурно. Время 9:45. И движемся дальше по Кругобайкальской железной дороге. О, сегодня пройти достаточно много надо. Порядка 26 километров. Посмотрим, справимся ли. Конечно, справимся. Туннель номер 4. Это вот первый туннель на нашем пути, по которому проходит железная дорога. Вот. Аля по шпалам, аля по шпалам. Туннель номер 5. Длинный. Но не самый длинный на нашем пути. Что-то не видно света в конце туннеля. Что-то даже стрёмно идти. Туннель номер 6. Вот, 7-й. Он же разрушенный, он же неучтенный туннель. Туннель номер 8. Снова темный, снова длинный. А у нас привал. Прошли 5 километров. Решили отдохнуть. Достаем фонарики, чтобы пойти в туннель. Достаем фонарики, чтобы пойти в туннель темный. Не видно света в конце туннеля. И попить бурантину. Бурантину местную. От того берега, где сейчас дождем все затянуто, мы бежали с гор. А вот там вот дождя нет. Собственно, как и у нас. Поэтому бежим отсюда. Это все из-за того, что тот берег, там хребет находится, Хамар-Дабан. И он притягивает все тучи дождевые. Поэтому там все время плохая погода, дождь, пасмурно. Собственно, что мы там это и вкусили. И вот, друзья, протопли мы еще 5 километров. И у нас очередной привал. На станции. Какой вот станции? 139 километр. Такая вот будка ожидания. Фу. Ну что, время сейчас 12:15. Получается, 10 километров за сегодня мы прошли за 2,5 часа. С остановочками там, с фотографированиями, с видяшками. Мимо нас поезд проехал туристический. Есть паровозы, которые такие старинные, я уже показывал. А есть просто поезд. Люди, если они едут из Иркутска на пароме до порт Байкала, садятся на поезд, едут до Иркутска по Кругобайкальской. Либо обратно. Они едут на поезде до порт Байкала из Иркутска, и там садятся на паром и плывут на пароме в Иркутск. Этот тур такой, у них идет день. Стоит он 3700 рублей денег. А вчера с ребятами поговорили из этого поезда. Вот так вот. Так что вот, а сейчас мы собираемся и идем дальше. Итак, друзья, прошли еще 5 километров и сделали остановку на обед. Время 13:40, поэтому да, пора обедать. Так, на обед у нас сегодня суп. Вот смотрите, что мы едим. Суп у нас будет вот такой вот. Из пакетика куриный. И туда мы закидываем тушенка. Тушенка совок. Реально огонь. Ору. Криком кричу диким. Просто тушенка самое лучшее, что я едал. Если будете когда-нибудь с собой куда-нибудь брать, берите совок. Просто классное. Ну и вот, поедим и пойдем дальше. Еще 11 километров до стоянки ночной. А здесь протопаем.
Ну что, вот мы покушали, отобедали, так сказать, и погода наладилась. Солнышко, голубое, вот там вот небо. Так что, надеюсь, так и будет дальше. А мы идем дальше. Впереди 11 километров до стоянки. Пошли. Дошли. О, 26,5 километров топали. Все, притопали. Стали лагерем, вот такое место. На берегу Байкала. Костровище сделано. Даже какие-то такие вот столбики, огородки. И вот Байкал. И черемуха. Настя уже повезла по ней. А с этой стороны у нас Киркерейский ручей. Вот такой вот сделан. Там новый Киркерейский туннель, а это старый Киркерейский туннель. Я потом про них вам расскажу. Сейчас вообще впадлу, пойду ноги мыть. Но. Итак, чуваки, здесь на Киркерейском этом ручье вот такая вот гигантская черемуха. Посмотрите, какая большая. Как виноград практически, киш-миш. И вкусная, и вот как много ее. О. Сейчас, по ходу дела, мы все объедим это. Итак, пару слов о том месте, где мы встали. Киркерейский ручей. Сначала был сделан один туннель, вот этот вот, 1903-1904. Потом в 1905 его реконструировали из-за обвала горных пород. А потом все так же с ним было очень печально, обваливался. И потом в 1911-13 сделали вот этот длинный новый туннель. Вот. Здесь так оборудовано для пикника место. На фоне Байкала. А вот там вот встали мы. Спасибо ребятам из Владивостока. Еще вчера нам подсказали это место. Собственно, поэтому мы сегодня так и топили сюда. Стерев все ноги. Место очень крутое. Так что вот. Сейчас едим. Спим. Выбираемся с сил. Завтра снова в путь. Итак, друзья. Краткий итог сегодняшнего дня. Прошли 26,5 километров, шпалы, туннели, Байкал. Собственно, все. Ну и заманались. Пипец, как заманались.